Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 20-й день, и я забираю 1000 янтаря. Тусклого, конечно же. Ну что, теперь давай посмотрим, готовы ли у нас... Нет, к сожалению, еще ждать 4,5 часов. Я уже думал, что сейчас мы с тобой проапаемся, ага, дудки. Но зато у нас здесь с тобой что-то созрело. Эй! Не понял юмора. А, вот же как, елки-палки. Так, здесь у нас должен быть детеныш, по-моему, да? Точно, детеныш сардельки, это эксклюзивный. Я не знаю, что, ребята, он делает. Но мы его, блин, сейчас поставим. Да, вот сарделька, а, мелкая, не хочет. Слушай, да он ничем не отличается от обычной сардельки. Абсолютно ничем, давай я его немножко покормлю. И в итоге он становится, ну, один в один, как сарделька. Вот смотри внимательно. Так, вот у нас громель. Где у нас? А вот сарделька. Ну вот, смотри внимательно. Только здесь у нас... так, подожди. Вот, обычная? Да елки-палки, я хотел... Ладно, сейчас я быстренько отправлю их. Все. Вот, ну, я думаю, что ты посмотрел, да, визуально. И вот здесь абсолютно никакой разницы. Абсолютно, друзья. Ну что ж, фиг с ним. Пускай будет у нас с тобой двое сарделек. Я, как говорится, не против. А вот что здесь у нас с тобой? А, все, я, кажется, вспомнил. Это у нас ужасное чудовище. Нет, его мы, наверное, отпустим. У меня же есть такой, да. Тогда отпускаем его. Всего лишь выигрываем 100 рыбы. Это ничтожно мало. А эти, смотри, сидят, прохлаждаются. Кстати, если он так будет приносить бревна и тот, этот детеныш, то это будет очень даже круто. Так, они сидят, балдеют. Нет, друзья мои, давайте-ка быстренько отправляйтесь дальше. На поиски. Древоруб, ты, кстати, тоже. О, принцесса огнеедов тоже, кстати, не кисло приносит нам бревен. 50 там с лишним тысяч. Ладно, давай с тобой быстренько отправим остальных в приключение, в путешествие. Так, мы с тобой получаем сломанный меч. А по итогу нам достанется, что же? Наверное, шестеренки, да? Ну, естественно, обычно они только их мне и подкидывают. Так, забрали и отправляю я дальше в путешествие. Пускай летит. Ну что, ты мне здесь подкинешь? 100% это будет янтарь. Что-то вот мне кажется. Давай проверим, прав я или нет. Да ладно, яйцо древоруба. Ну что, я думаю, надо его отпускать. Потому что он тоже у меня, ребята, есть. Так, ну что, 25 тысяч рыбы мы тут выигрываем. Вот это хорошо. И отправляем сразу же его тоже в путешествие. Все, пускай летит. Так, здесь у нас барсик. Здесь, ну давай вот так вот, наверное, с тобой просто бесплатно сделаем. Все. Так, шелкопряд. А ну-ка быстро беги за древесиной. Ну что, пора теперь открывать нам с тобой колоду бесплатную, естественно. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну это все понятно, бонусы. Так, а вот и пак загадочный. Шипорез, душитель, экзотический дымодышащий. Так, ну и пошли у нас с тобой тут руны, ресурсы и прочее. Так, давай, наверное, с тобой сразу же посмотрим еще один пак. Монетки Одина. Давай, давай, дальше. В основном здесь одни ресурсы у нас. Ну да, так и получается. Все. Теперь посмотрим, что нам принес зеленая тень. Рыбу и опять же янтарь. Отправляем его на дальнейшие поиски. Он из этих поисков никогда не вылезет, поверь мне. Я его буду постоянно куда-нибудь отправлять. Так, и знаешь, что я еще хотел сделать? Так, где у меня... Что-то, по-моему, камера слишком близко приблизилась. Вам так не кажется? Ага, вот. Стоит, прохлаждается. Быстро беги за рыбой. Вроде бы как все пределы. Так, что у нас тут за события? Не понял.
только лишь новости, временные события и уникальные акции. Подожди, ну здесь нарисовано событие, друзья мои, а почему-то я его не вижу. Странно, что творится здесь. Ну что, друзья мои, мы, наверное, с вами сейчас, во-первых, еще этот пак откроем. Редкий, к тому же. Костолом, Лаварык, Древоруб, Громль, Защитник, Грамгильда. И все, так, давай, наверное, следующий пак откроем. Здесь выполним задание. 25 янтаря забрали, 50 якнога забрали. И здесь тоже 50 якнога. Забираем. Так, где у меня беззубик? Стоит, да? Ничего не делает. А почему, кстати, у меня не на поисках? А? Стоит тут, понимаешь ли, и прохлаждается. Ладно, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Во-первых, нам нужно отразить атаку, да? Сейчас мы быстренько с тобой все это сделаем. Надеюсь, у нас все здесь удачно получится. Так, водорез. Дальше идет ветрокрыл и вот этот ханурик. Ну что, к бою? Я не помню, сколько там? 11 тысяч древесины уже за бой берут. О, ты посмотри, сколько их здесь мало. Да мы же их сейчас, в принципе, должны разобрать на изи. Начну, наверное, вот отсюда, снизу. Так, давай-ка, беззубик, вот отсюда. Начни, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Да, отлично. И этих тогда до кучи с тобой отправим. А, вот эти уже достают. Все, я понял, ребята. Все-таки дотягиваются. Ну давай, 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 беззубик. А я пока займусь. Блин, надо вот это тоже уничтожить. Ну, водорез, господи, ну завали ты. Как же он слаб, а? Вот именно в атаке, ты посмотри. Я просто хочу попробовать сейчас получить. Есть. Да, мы с тобой получаем 3 ключа. Давно этого не было, и вот сейчас у нас получилось. Ну что же, победа за нами. Заберите награды. Конечно же, заберу. Так, открываем этот, этот и вот этот. Слушай, ну неплохо. А тут древесина была. Так, им тут остается только ждать. Вот и ждите. Так, у нас обмен работает. А ну-ка. Да, все прекрасно. Ну что, остается, по идее, только лишь ареночку сейчас начать. Секунду. Заберу всю древесину. У нас еще с тобой в запасе 1 миллион 360 тысяч, по-моему, да? Ладушки. Ну что, теперь можно, в принципе, и без зубика отправить. А отправлять я его буду на поиски нужных нам вещей. Такие, как, например, вот эти гербы. Кладбище драконов. Пускай летит. Только сделаем мы с тобой вот так вот. 89 рун я заплатил за 4 сумки. Так, здесь получаем 5 рун. 30 якнога. Ага, и вот здесь что-то у нас. Израсходуйте руны, 150. Получаем. Так, получите монеты Одина. 75. А где я могу еще их насобирать? Я не знаю. Елочку-то, наверное, уже можно убирать, в принципе, да? Новый год закончился, как бы. Не актуально уже. Так, у тебя есть что-нибудь на обмен? Ох ты, как дешево. Вот это я беру. А здесь 125 рун. Это дорого для меня. Так, ну что, друзья мои, идем на арену, судя по всему. Будем драться. Так, кипятильник. Надо как-то тебе, я не знаю. Ой, погоди-ка секунду. Мы же с тобой занимаемся прокачкой. Так, подожди, а кого мы прокачиваем с собой? Не Костолома, по-моему, да? Стоп, я уже забыл, кого мы с тобой прокачиваем. Как так-то? А ну-ка. Не понял юмора. А, так, господи, мы же уже все сделали с тобой. У нас уже... У нас уже с тобой улучшается зал совета. Вот это меня накрывает, а, друзья мои. Обалдеть. Бывает же такое. Ладно, тогда давай мы с тобой, наверное, отправим
тренироваться. Ну, вот этого, пускай идет, да? Скользкопев. А здесь отправим, наверное, Дрожжезуб. Пускай они тренируются, я не знаю, друзья мои. По идее, чем круче дракон, чем уникальнее, да, или редкий он, тем, по идее, он должен приносить нам больше ресурсов. Правда, пока я этого не замечаю. В общем, короче, пошли-ка мы с тобой на арену. Как ты помнишь, мы перешли с тобой на шестую. Нам нужно с тобой взять паки вождя и посмотреть, какие нам драконы с тобой выпадут из них. Поехали. Жалко, что, конечно, сегодня нет у нас никаких событий. Я как бы на них сильно рассчитывал, думал, поиграем. Но ничего не доступно. Может быть, на новом месяце что-нибудь придумает хорошее. Так, слава богу, у нас с тобой здесь драконы не очень сильные. Для меня 10 уровень — это уже не очень сильные, понимаешь? После 15-х, 14-х. Вот если бы мы еще с тобой попадали бы, цены бы нам не было. А мы, как всегда, с тобой косим. Точнее, косим не мы, а косят наши драконы. Так, ну что там змеевик затеял? Понял тебя. Так, кревет сейчас получит у нас. Кстати, кревет и драгур, они... Воу-воу-воу-воу, тихо. Нам придется, наверное, вот так вот сделать с тобой. Наверное, придется, потому что, я думаю, змеевик добьет все-таки мне сардельку. А я этого не очень хочу. Ну-ка. Солидно. Твою же налево. Ну, придется вот так вот делать. Все равно ведь добьет. Как ни крути. Ага, постой. Может быть, у нас с тобой все-таки есть шанс? Эх, не кританул. Так, ну что, змеевик отдуплился, а этот очнулся. Лупим. И еще бомбим. Почему фиолетовый такой крепкий, а? С чего вдруг? Ну, молодец, сарделька, молодец. Кританул, поэтому и добил. Какой мы с тобой пак здесь получим, а? Вау, ребята, эпический, вот это круто. Ну что, очередная битва? Блин, все-таки как я рад, а? Эпический пак, это за всю игру, что я играю, второй выпал мне. И награда там, прикинь, шикарная. Так, ну что у нас тут? Душитель, я смотрю, да? Угу, костолом и шепот. С кого бы тут начать-то? Наверное, давай-ка с душителя. Да чтоб тебе, ну, Барсик, ну почему ты вот промахиваешься? Ну, с чем это вообще, ребята, связано? Вот, если кто-то из вас играет в эту игру, напишите, у вас тоже так же промахивается часто? Или это только у меня? Почему-то мне кажется, что это только у меня драконы вот так тупят. Ну, не должны, на самом деле. Ладно, там один раз за игру, два. Ну, не постоянно же это делать. Ну, все, сейчас уничтожат мне. Ох, как мне повезло. Надо же, это большая редкость, когда промахивается враг. Тем более суперударом. Так, ну что, будем бомбить с тобой шепот смерти? Уничтожим? Нет. Чуть-чуть нам не хватит. Хотя, подожди, почему не хватит? Все отлично. Давай мы с тобой сделаем баф. Ну что, просыпайся давай. Сиди там. Так, я еще вот так сделаю. Что он будет делать? Разбег. И кому? Ну, понятно. Знает, кого бомбить, да? Маленького пристеголова. Или Барсика, как я его называю. Ну что, ты будешь добивать его? Ха-ха, ничего у тебя не вышло. Значит, тебе крышка, парень. Получи. Барсик отомстил. Молодец, выжил. Поехали дальше. Ожидание соперника. И тут два красных. Там глыба и костылом. Это... плохая, ребят, команда. Плохая команда для меня. Для него это вообще имба. Особенно, блин, 12 уровня все. Но тут этого шторма можно не трогать, в принципе. А надо начинать, наверное, все-таки с глыбы. Твою же налево, сарделька, и ты туда же, а? Со своими промахами. Ну ты посмотри, что творит, а? Сейчас, конечно, они меня тут, наверное, разбомбят. Все. Пошли, короче, промахи. Сейчас, ну да, тут, наверное. Хотя мы, знаешь, что можем с тобой сделать? Нет, не можем мы ничего сделать.
Если только усыпить, если успеет у меня и выживет. 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 Давай, делаем. Снотворное всем. Так, а вот добить бы как-нибудь. Попробуем. Попробуем. Если не будем промахиваться, должны, в принципе, его одолеть. Найс. Так, теперь есть время хильнуться у нас. Слушай, шикарно. И давай, наверное, вот этого бомбанем. Так, спать, я тебе сказал. Буянит. Он все-таки буянит. Раз, два. Так, этот очнулся, а? Ну, критани. Нифига, не хочет. Наверное, все-таки... Блин, я хотел добить. Я хотел добить, друзья мои. Все, сейчас бомбанет. Хорошо, у нас с тобой стояла защита. Это как бы нам помогло. Ну-ка, ну он сейчас добьет. Ребята, он... А, хотя подожди, если мы вот так вот сделаем. А у него... Ух ты. Так, он нам понизил защиту. Причем запретил использовать нам с тобой возможности, да? Суперудары. И... О, все, парень, он пошел на размен. Он пошел на размен. А это, как ты знаешь, большая... Тихо. Большая ошибка. Есть контакт. Разобрали в очередной раз. И я так понимаю, у нас последний бой, и мы с тобой получаем первый пак вождя. Вот насчет второго я что-то сомневаюсь. И команда вражеская довольно сильна. Здесь злобные ребята-чудовища есть, плюс глыба. И вот как мне тут лучше сделать, я даже не знаю. Знаешь, что чудовище тоже будет бомбить некисло своим огнем. Наверное, мы будем все-таки его в первую очередь разбирать. Твою же дивизию, ну смотри, что происходит. Ну, понятно. Они взялись за сардельку, и тем более понизили мне тут защиту. Мы, как всегда, с тобой не попадаем. Кто-то в этом сомневался, да? Я отлично, нисколечко. Так, сейчас раз, два, три. Я боюсь, что мы потеряем с тобой сардельку. А если мы... Опачки, что ж вы творите? Так, друзья мои, давайте вот так вот сделаем. Ну, я почему-то сомневаюсь, что мы здесь с тобой сможем победить. Очень большие сомнения. Хоть у нас с тобой есть и отхил, да, но вот эти вот драконы... Ты смотри, что творит, а? Второй раз подряд он это сделал. Да ладно. Так, нам бы теперь, знаешь что, хильнуться. Он сейчас будет бомбить, знаешь кого? Ветрокрыла. Ему выгоднее его бомбить. Видишь, что творит? Так, он еще и атаку себе усилил. Ну-ка, блин. Подожди, а почему? Вот. Я уже подумал, почему у меня сон так мало отнимает. Все отлично. Так, он баньки пошел. Ну, есть. Вот это я называю справедливость. Ну вот и пак вождя. Давай посмотрим, что нам выпадет отсюда. Шторморез. То есть я его могу прокачать, получается, да? Шипорез, громобой. Так, змеевик, вострозуб и кривоклык. Да, у нас еще один пак, друзья мои, готов? Ну-ка, подожди-ка, где у меня шторморез? Вот он. Улучшить, да? А разряд-то всего лишь 7-й, ребята. Конечно, это мало. Конечно же, это мало. А вострозуб? Блин, он требует 24-й уровень на олухе. А ты... Тоже 24-й. Подожди-ка, элитный. А, это громобой защитник. Разве он у меня не имеет 24-го уровня? По-моему, имеет. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Так, героический. Надо всех этих прокачать до 24-го уровня. Я почему-то этим не занимаюсь, ребята. От этого все и фиговенько у меня получается. Надо взяться вплотную этим делом. Ну, а пока мы с тобой будем получать второй пак вождя. Так, тут солянка, отлично. Меня такой расклад вполне устраивает. 13 уровень имеет сарделька, да? Шторморез. Но мы с тобой будем разбирать именно прихвостня. Ага, тоже промахивается, отлично. Сейчас будет огнем жарить. У него, по-моему, 3 энергии, да? А чё так ты... Офигеть, ребята... Два удара. Сейчас, по-моему, мы с тобой барсика потеряем.
Да-да-да, его, наверное, сейчас шваркнут, скорее всего. Ну давай, добивай, я уже знаю, что ты это... Надо же. Блин, ну с пониженной... С пониженной, ребята, атакой. Не смогли мы с тобой добить прихвостня, а он сейчас вжарит. Короче, мы сейчас будем их всех усыплять. Давай вот сюда нанесем урон. Сарделька, ты меня удивляешь. Ты посмотри, как у нас с тобой мало идет дамага. А знаешь почему? Потому что пониженная атака. Ну что, придется как-то вот так ушатывать их. Да ё-моё, ну... Раздражает меня вот эти вот промахи. Серьезно тебе говорю. Это уже сотый тысячный раз получается. Давай я вот так вот сделаю. Пока этот спит, может быть, у нас получится с тобой бомбануть. Или же он нас разберет. Тут два варианта. Ну-ка, на тебе. Сейчас что-то будет. Наверное, добьют мне все-таки ветрокрыл. Ага, вот что он делает. Ну ты-то куда лезешь, блин? Что, опять вот так? Ну, понятное дело, он мне, ребят... Добивай его. Сейчас я кое-что сделаю. Смотри. Вот так вот. Пускай он тебя атакует. Вот, совсем другое дело. Поехали. Будем с тобой по чуть-чуть отхиливаться. Пока эта сарделька тут будет выпендриваться. Ага. Так, мы с тобой... Ну ладно, фиг с ним, пускай будет хил. Поехали дальше, раз, два. Так, у нас защита здесь еще стоит. Да должны потянуть. Так. Атакуем. Ну что, я думаю, что все, ребята, крышка ему. Сарделька, пока. Неплохо, очень даже неплохо. Трех драконов победили. Остается еще семерых. Ладно, я думаю, справимся. Так, здесь у нас два синих. Громорог там, кстати, будет. Со своим бафом. Вот он. Блин, а тут еще и шипорез. Ну, я думаю, что громорога надо брать. На раскрутку. Блин, вот Барсик отлично по нему бомбит. А он в ответку. Понял, да, в чем суть? Так. Шепот. Ему всего лишь нужно 3 энергии, ребята, чтобы сделать свой супер... Нифига, он влупил! Просто половину здоровья с удара. Сколько он? 13 уровень? Ну, понятно. И они сейчас, как всегда, ну... Я понял, короче. Они переключаются... Хотя, погоди-ка, если я вот так сделаю... Они переключаются на сардельку и, естественно, начинают ее бомбить, чтобы уничтожить как можно быстрее. Так, значит, ему нужно 3 энергии. Возьмемся мы, наверное, с тобой за шипореза тогда. Да чтоб тебе, Барсик, ну какого же лешего ты промахиваешься, а? Так, этому нужно больше энергии, по-моему, да. Поэтому мы сейчас бомбанем его. А потом уже будем брать шепот смерти. Хильнемся. Давай, делай свой суперудар. Естественно, он этот момент не упустит. Трындец, конечно, он жарит. Ну ты сам видел, да? Влупил называется. И как с ним бороться? Сейчас добьет, скорее всего, мне Барсика. Потому что 3 энергии у него. Естественно, суперудар. Офигенный чувак, конечно. Да хорош ты. Серьезно, что ли, сарделька? Хватит меня тут, как говорится, это, принижать. Пока неплохо идем. Пока все очень даже хорошо. Всего лишь 2 победы нам нужно. Обожаю, когда солянку дают, но не люблю, когда дают Громели, который будет сейчас фаербол свои в нас бросать. Он тем более еще и красный. 14 уровня, ё-моё. Мы его будем до потери пульса тут бомбить, если честно. Я даже не знаю. Мы его даже не убьем. По-моему, нам тут крышка. Сейчас он будет бомбить. Ты видишь, что творит? Ну ты-то вот куда лезешь, а? Ну вот что... Чуть защиту сбил, а? Надо же. Уклонение сработало. Нам поможет тут только лишь, наверное, вот сон массовый.
Попробуем так разобрать. Так, змеевик. Берем его на разборку. Так, тут либо... Или хильнем лучше. Хильнемся. Так, что он там затеял? Просто ударил. Так, прекрасно. А этот очнулся. Я удивлен, что он не стал делать суперудар. Плюс повышенная атака. О, друзья. Тут хиляться надо. Вот сейчас вмажет, скорее всего. Сейчас он... Ага, смотрим. Почему он просто атакует? Почему он не... Может быть, у него нету суперудара именно фаерболами? Не знаю. И знать уже не желаю. Главное, победа. А уж как мы их получаем, это совсем уже другой вопрос. Ну что, последнего дракона мы с тобой сейчас бомбанем. И, в принципе, можно будет закругляться. Два фиолетовых плюс синий. Вот таких вот нам драконов с тобой подкидывают. И опять же уровень, ты посмотри. Ребята, 13-й, 14-й. Я просто в шоке. От всего этого в шоке, серьезно тебе говорю. Это уже не смешно. Меня враг, считай, на 4-3 уровня превышает. А это очень много. Это и по здоровью, и по атаке. Это на все сказывается. Сейчас добьют, скорее всего, да, мне? Ну все, ребят. Давай, как говорится, последний крик души с тобой сделаем. Можно, конечно, попробовать разобрать пестиголового, если успеем. Пока этот глыба спит у нас. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Атакует. Я думал, что он фаербол все-таки залепит. А он его залепит, скорее всего, сейчас. Хм. Странно. Ну-ка, раз. А что, глыба уже очнулся, что ли? Блин, вот сейчас он бомбанет. Все, по-моему, мы ветрокрыло с тобой потеряли. Ах, он сардельку бомбит. Ах ты вот так, значит. На-ка тебе. Опять, вот сейчас опять что-нибудь будет. Твою ж налево. Так, либо хиль... Нет, просто бомбанем с тобой. Мне нужно поставить... Вот я думаю, вот что вот он, в кого будет сейчас бомбить, а, ребят? Давай пока просто атакуем его. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Кого кусать. Или кого-то убивать. Я хотел, конечно, это сделать, ребята. Но не рискнул. Ну давай, кусай. Неплохо ты сам себе урон наносишь, парень. Вот и все. Вот и песенка спета врага. А мы с тобой забираем последний пак. Шторморез опять прокачивается. Отлично, шипорез. Так. Громель. Костолом дикарь. И беззубик. Костолом дикарь. Это хорошо, ребят. Так, ну что, давай прокачаем. Это какой будет у него уровень? 8 получается, да? Ладно, ну если честно, вот шторморез как-то не особо меня устраивает. Слабые атаки. Суперудар тоже так себе. Короче, я не очень воодушевленным. Получаем с тобой 10 рун. И, наверное, все, ребята. В данный момент, что могли, мы с тобой сделали. Все у нас работают. Все, как говорится, вовлечены, да, в общее развитие. Давай, иди ищи. Ну да. Нам с тобой нужно ждать следующего. Во-первых, когда у нас с тобой... Погоди-ка, про фурию-то я забыл. Я ее даже забыл отправить на поиски. Хотя, постой. А могу ли я вообще ее отправить на поиски? Может быть, мне... Мне надо ее прокачивать. По уровню. Точно, ребята? Так, парящий прихвостень. Слушай, ну давай мы ее отправим тогда искать... Парящего прихвостня. У меня, по-моему, его нету. Лети. Давай, наверное, все 4 сумки с тобой, да?
эксклюзивный. Можно вот так вот даже найти. Все, пускай летит. Как же я забыл-то ее в тот раз отправить, а? Сам не понимаю. Ну, а на этом будем закругляться. Нам надо ждать, когда у нас с тобой пропадется зал совета. Потом мы уже будем ставить домики, увеличивать количество викингов, строить что-то новое, открывать новые территории и прокачивать дальше драконов. Так, иди за рыбой. Стоит там, прохлаждается. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.